Ну, это маленькая жизнь такая. Это то яркое пятно, которое вот остается надолго. Это люди, это эмоции. Ну и где-то там вдалеке еще танцы есть. Иногда было тяжело, иногда хочется бросить, послать все нафиг. И вообще задаешься вопросом, зачем тебе все это надо. Но тем не менее люди находят все силы, и когда такое, преодолеваешь такое препятствие, это остается надолго. Для нас нету такой какой-то массы, есть каждый человек как персональный. То есть в лагере все знакомятся со всеми, все разбиваются, там рандомно идет вот этот процесс подготовки. То есть то, что важно, нам важен здесь человек. И вот ну, мне бы очень хотелось то, что сохранить ту вещь, что несмотря на то, что лагерь становится с каждым годом все больше, чтобы вот эту идею конкретного человека, конкретного общества, где все друг другу знакомы, такой семьи, что ли, она осталась жива, даже когда в лагере будет 1500 человек.